А мать интересно, что же там он творит? Что же он там творит? Он балуется, он хулиганит. Он хулиганит, догоню этого мальчика. Догоню, догоню, сейчас я его догоню. Так, нельзя тряпочки трогать мои. Ой, как весело. Ой, как весело было нам. А я, девочки, с утра мою все, убираю, чищу лорочкой весь день. Каждое утро наш день начинается. С чего у нас день начинается? Протирание, убирание, дезинфекция. Как много молодости нашей. Из Болгарии приехал. Шикарный мальчик. Ты что, трусливый, что ли? Ты трусля? Ты трусля моя? Ты моя трусля? Да не бойся, не бойся. Товарищ один. Смотри, он хвостиком машет. Девочки, всегда так. Начинаю убираться, прибираться, и все, у меня пошла работа. Решила здесь пыль протереть. Теперь вот это вот сверху все сниму. Поставила, смотрите, как здесь шкаф вписался. Идеально у меня в этот шкаф, идеально. Потому что столько места занимал. Здесь я могу поставить барное кресло, барный стульчик. И можем с Тедечкой тут сидеть, наслаждаться. Смотрите, жопка. Молодец, какая цветет. Эти мои малышки, малышки мои, малышки. Малышки мои. Так. Ладно, девочки, сегодня, ну так, в принципе, нормально. Вот, как раз прямо нету жары такой изнуряющей. Я вот здесь все уберу сейчас. Сейчас я здесь все приберу. Все сделаю как надо, чтобы было красивенько. В общем, такие дела. Ой. Так, девочки, ну вот, вот что у меня получилось. Расчистила я вот это пространство. Теперь спокойно можно сидеть здесь.
на этом балкончике. Здесь хорошо. Хорошо здесь. Вот это бардак только, но это некуда убирать. Это уже Юля купит дом, тогда туда все отвезем. Вот. И все. И все, и красота. Красота. Ну вот так как-то, потому что некуда это все девать. Убирать некуда. Всю половину шкаф сюда столкала. Вместительный, кстати, шкаф вот этот вот. Эти мягкие игрушки вот Алисины. Здесь голова волка. Михалыч все одевает. Там тоже мягкие игрушки. Здесь Тедди с Масечкой. Девочки, наконец-то, наконец-то Михалыч нашел своего зрителя. Узнал. Все, своего зрителя. Узнал, все. Узнал. Давай я тебе сыграю. Сыграй. Что, репетировал? Да, нет, я хочу прорепетировать 9-го же День Победы, будем встретить в 7 часов. А что, подожди. Ну, так, это улыбка из мультфильма «Крошка и Нот». Не смотрел? Посади его на стол. Ой, молодец. Или на диван. На диванчик. Ой, посади его. Сыграй ему на диванчике. Ой, молодец. Сыграй на диванчике. Ему просто надо, чтобы ты это близко. Нет. Был. Близко был ему надо. Ну я как близко. Давай я тебе другую сыграю. Как ты тебе ждя. Посади его на диванчик, чтобы высоко он был. И что, как? Ну ты что, не можешь без ночи, Михалыч? Ты же мастер. Ты что, я же это не играл. Узнал. А кто я сегодня? С кем ты играешь-то? Единорог. Перчатки не порви. Не порви перчатки. Ой, разболелся. Ой, разболелся. Ой. Да что ты? Ой, мой снять. Ой. И танцевала, молодец, танцует. Ой, о, все. В общем, девочки, мы вызываем. Мы Тедди вызываем все. Аниматора. Аниматора с утра. Сыграйте нам еще на трубе что-нибудь быстренько. Давайте. 37 секунд, 38, 39, 40. Быстрее нам, хотя бы просто так подудите. Молодцы, молодцы, молодцы. Вот так. Михалыч нашел своего слушателя. Своего поклонника. Штаны рвет, смотри. Штаны рвет. Девочки, мы вызываем аниматора каждый день Тедички. Чтобы Тедичка развивался. Чтобы аниматор играл с Тедичкой. Аниматор, покажите, как вы с Тедичкой играете. А как вы ему песенки поете? От улыбки станет всем светлее. Сыграй еще нас. Аниматор, сыграй, пожалуйста, еще раз. Единорожек. Аниматор задохнулся. И тогда наверняка вдруг запрошу, и кузнечик засвеликает на скрипке с голубого
ручейка, начинается река. Ну, а дружба, она. Девочки, ну как это? Ну, что это за приборка? Вот собрала целый пакет. Все, опять шифонеры сегодня свои разгребала. Васюшечка идет. Начала монтировать видео. Думаю, мы смонтируем видео. Что он там делает? Я не знаю. Он проснулся. Услышал трубу. Проснулся. Все. Все. Проснулся. Встал. Я валяюсь. Уже надо вставать, девочки. Заниматься дальше делами. Марина позвонила. С Мариной поболтали. Михалыч пришел. Ну, в общем, короче говоря, девочки, проходной двор. У нас проходной двор. Все. Продолжение истории. Аниматор был. Аниматор у Тедички был. Я занимаюсь уборкой, и, в общем, у девочки хожу с одной комнаты в другую, полежу, постою, сейчас кушать захочу, в общем, короче говоря, такой день у меня сегодня.